Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в Кималочку на серии Родина РП, Центральный округ. У них здесь Кирилл Футбол, вы не забывайте видеть мой ник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет необычный видосик, будем тестировать мою Audi, а именно тестировать ее на оффроуде, как бы это же полицейская машина, и посмотрим, как далеко она сможет зайти. Вот, представим такую ситуацию, что мне нужно будет отдать преступника. Ну хотя не в ДПС, просто представим, что патруль там выехал ДПС за преступниками, он свернул на очень плохую дорогу. И посмотрим, как далеко эта Audi сможет заехать. Я думаю, это будет интересно. Если хотите почаще видеть Родину, пацаны, то обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал. Давайте сейчас я выключу тормоза вот эти, потому что они нам не нужны. И сейчас быстренько доеду до Бусаева, и там будем уже тестировать. Итак, вот мы приехали, короче, будем здесь тестировать нашу Audi. Просто представим такую ситуацию, что мы работаем в ДПС, и нам нужно погнать за преступника. Он поехал вот через Корякино, там дорога не самая лучшая, как вы знаете. И нам будет трудно его догнать или нет, сейчас это проверим. Хотя у меня чиповная Audi, понимаете вы. Кто не понимает вообще, чё, откуда у меня Audi, пацаны, это Audi стоит 35 миллионов, но я ее только покупал. Это редкая машина. И есть она не у каждого, короче. Так, я думаю, давайте по этой стороне поедем. Просто мне интересно, куда эта машина сможет дойти. На что она способна. Она у меня чипованная, но, скорее всего, машины ДПС, они стоковые. Наверное. Но я точно не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. Скорее всего, да, они стоковые. А у меня она чипованная полностью. Можем даже вот так вот сделать. Стробоскоп еще включить. О, вообще для эпичности просто. Так, поехали. Посмотрим, насколько она может проехать. Давайте сюда поедем уже. Вот так вот, хоп, свернем. По былику, я думаю. И будет заебись. Так, давайте сюда так прямо сейчас поедем. Так, ну что ж, продолжаем наш путь, короче. Так, здесь она уже чуть-чуть, знаете, начинает зависать. Ну не в том плане, что игра зависает, а именно днищем ложится, короче. Ну, такое все удовольствие. Так, вот здесь прям... Смотрите, всё, буксует, смотрите, буксует. Ёб туда лево, смотрите, все, взвесилось. Вот это прикол. Я думал, а вы думали, по-любому, что она, типа, ой, проедет везде, типа, зачем это снимать? Но, увы, она везде не проедет, поэтому будем немножко хитрить. А именно проезжать вот таким вот образом. Представим просто, что мы за преступником гонимся, и давайте это все быстро пробуем проехать. И не разложиться хотя бы. Так. У нас это получилось быстро проехать. Вообще, изи. Просто изи. Но не тут все... Не все так просто, короче, пацаны. Потому что я знаю, где тут можно застрять. Давайте свернем сюда. Да, именно. И поедем в болото. Ну как болото? Там маленькая такая лужка есть. Ну как маленькая. Нормальная лужка, короче. Поехали туда. Сейчас попробуем машину засадить. Ну, мне кажется, я ее еще засажу именно там. Вот именно там я ее могу засадить. Вот эти колеи еще более-менее, это нормально. Как бы можно выйти, машину там толкнуть. Сдать назад, объехать чуть-чуть. Так, а вот это уже серьезно. Упс. Походу мы застряли. Блин, она скатывается с этой херни, она сейчас может точно застрять. Так, давай, давай. Полицейская машина, ты можешь. Походу нет. Может и да. Какой-то зацеп прям. Она заднеприводная. Вроде бы как. Блин, и была бы она полноприводная, было бы намного легче, я думаю. Выехать ей. Ну а так, да, трудновато ей, трудновато. Так, давайте здесь пробуем. С краю вот так вот. Я думаю, так прямо на перерез ехать мы точно не будем, потому что мы застрянем. Да и думаю, преступник бы так тоже не ехал. Хотя не знаю. Ну да, ей трудно это дается, потому что задний привод у нее очень-очень задняя легкая, видите. И ей очень трудно
это все дается. Но ничего, она с этим всем справилась, в принципе. Ладно, можно еще на перекос попробовать проехать, но мне кажется, сейчас точно я застряну, блядь, и все. Вот, попробуем вот так вот, да, перекос много, небольшой разгон берем, включаем нитро и попробуем так проехать. О, вот так вообще изи, пацаны, проехала машина, прям, как просто по маслу, реально. Но здесь мы точно не проедем, я думаю. Поэтому даже здесь пробуем. Давайте голливудский фильм попробуем сделать. Вот здесь попробуем взять разгон и прыгнуть. Получится ли у нас это или нет. Давайте разгоняемся. Разгоняемся и... Опа. Ха, прикольно, блин. Как мне нравится эта машина, вообще по кайфу. Ну что ж, давайте продолжим наши проверочки. Давайте вот здесь попробуем проехать. На всей скорости. Хотя здесь, по-моему, вроде раньше Offroad Race где-то была. А, нет, это на другом сервере. Я немножко перепутал. Так, ну поехали дальше, короче. Ускоряемся. Так, ну, нормально, что едем. Так, теперь давайте свернем, допустим, сюда. И поедем сюда. Не, ну как по мне, блин, она хорошо справилась, как бы. Хотя это не внедорожник никакой. Это обычный... Ну, обычная гражданская такая машинка. Ну, такая полицейская. И она довольно-таки хорошо справилась. Я думаю, это... Круто, это реально круто. Кто там может не из ДПС или с ППС там смотрит. Хотя ППС, по-моему, у них нету машин таких. Или есть. Ну, короче, блин, я проверил, пацаны, тачка нормально едет. Можете за приступиками гоняться по таким дорогам. Спокойно просто. Просто спокойно. Реально. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заходите на сервер вместе со мной, короче, вводите мой ник при регистрации и всем пока-пока.